Меня зовут Оля Ермилова. Мы поговорим сегодня с вами о личных границах и об осознанности. Вообще, какая связь есть между такими двумя личными понятиями, что вообще обозначают эти личные границы? Почему все чаще и чаще мы стали слышать об этих личных границах? Откуда возникает эта история? И каким образом мы будем их выставлять и связывать с осознанностью? На самом-то деле история очень простая. Потому что мы с вами, каждый человек сталкивается с двумя ключевыми моментами в жизни. Первое. Очень часто наши личные границы пересекают. Что такое пересечение личных границ? Когда другие люди позволяют себе говорить о том, что тебе делать, как тебе делать, делать тебе или не делать, как тебе выглядеть, задавать тебе вопросы, которые, что называются, лезут в душу, а иногда в более интимные места, и совершенно не понимают, что твоя жизнь и их жизнь – это разные жизни. И эти личные границы нарушают не только близкие люди, такие как родители или дети, которые считают очень часто, что твоя жизнь принадлежит им, но и совершенно незнакомые люди, которые находятся в социальных сетях и которые, наблюдая за тобой, иногда испытывают ощущение, что ты очень близкий друг, и, соответственно, тебе можно задать любой вопрос, и ты должен на него ответить. Причем вот это «должен» я подчеркиваю, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что люди задают вопрос, ты его игнорируешь, но они продолжают усердно тебя ковырять и задавать этот вопрос вновь и вновь, что говорит о том, что у человека это не случайность, а у человека отсутствие мозгов, либо навязчивая программа сделать другому, не знаю, неприятно или как-то еще. Вот будем об этом говорить. Но это одна позиция. Мы сталкиваемся с такими людьми. Есть другая позиция. Мы сами являемся такими людьми. Каждый из нас с вами имеет опыт нарушения личных границ другого. И очень часто мы эти личные границы сглаживаем. Я же за тебя волнуюсь, я из добрых побуждений, я ничего плохого не хотел сказать. Иногда мы можем использовать рабочую волну. Нет, я как бы, это меня не касается, но ты же у меня работаешь, поэтому я должен знать, поэтому я должен, ты же вот, ты мой сотрудник, это лицо моей компании. Мы прикрываемся самыми разными выражениями, мы прикрываемся самыми разной мотивацией, но всегда стоит за этим одно. Я хочу засунуть свой нос в твою жизнь. И давайте, пожалуй, с этого начнем. Потому что вот это «я хочу засунуть нос в твою жизнь» — первый вопрос, который я задаю себе, почему я хочу засунуть свой нос в чью-то жизнь? Что не так с моей жизнью, если она мне менее интересна, чем жизнь другого человека? А выглядит это примерно так. Вот этот момент, он для меня стал ключевым, потому что когда я осознала, что жизнь других людей для кого-то может быть интересной, и интересной настолько, что человек, который начинает сувать свой нос в чужое дело, он правда считает, что он имеет право, что ему должны рассказать, что вот это всегда вопрос к самому себе. Это всегда, если вы ловите себя на этом, задавайте себе вопрос, почему я так активно кого-либо педалирую. Вы знаете, я, например, достаточно открытый человек в тех вопросах, в которых могу позволить себе быть открытой. Но тем не менее, для меня понимание личных границ – это все-таки те вопросы, которые я не готова обсуждать. И я считаю, что, например, каждый человек, а сегодня мы все с вами находимся в социальных просторах, и каждый человек, имеющий аудиторию любого рода, там, 1000 человек или 1 000 000 человек, он сам поднимает те темы, на которые он готов говорить. И я вам скажу первое правило. Если человек, например, разводится, не знаю, там, увеличивает себе грудь, или там зашивает себе нос, или решает сменить пол, и если этот человек об этом не говорит вслух, подумайте о том, что почему он это делает.
а вам кажется. Вот поверьте мне, всем, чем с вами хотят делиться, с вами делятся. Это касается не только соцсетей, но и ваших близких людей. Есть такая штука, не лезьте в душу, не лезьте, это касается близких. Так вот, не лезьте в другие части тела, запретите себе в части тела, в душу, куда угодно, если вы видите, что человек эту тему не поднимает. У него есть на это причины. Теперь сразу же рассматриваем обраточку. У вас что-то происходит в личном плане, в работе, я не знаю, что-то с вами происходит. И вот к вам начинает человек задавать вам вопрос какой-то из вашего окружения. Что происходит? А почему ты так себя ведешь? А ты что, на диете? А ты что, то-то? Вот очень многие не знают и не понимают, как отсечь это. Люди теряются, потому что они говорят: Оля, мне задали такой вопрос, я не знаю, как на него ответить. А ты хочешь об этом говорить? Нет, но мне же надо на него отвечать. Запомните первый момент. Мы ничего никому не должны. И до тех пор, пока вам задают вопросы в ненавязчивой форме, лучшая вообще позиция – это игнор. Нормальный человек, вот у меня бывает такое, я задаю кому-то вопрос. Например, для меня этот вопрос не предоставляет какой-то супер, ну вот моя позиция к нему вообще легкая. Но я задаю вопрос и вдруг задумываюсь. Так, сори. Сейчас. Тишина. Все в порядке, не пугайтесь. Я задаю вопрос, например, коронавирус, да? Давайте возьмем такую тему. Многие люди сейчас болеют. И я, например, спокойно задаю вопрос, ну, если бы мне задали, там, Оль, ты заболела, у тебя не коронавирус? Да нет, все окей. Или да, у меня коронавирус. Некоторые люди стесняются этого. И когда человек говорит, я плохо себя чувствую, я спрашиваю, слушай, у тебя не корона, человек воспринимает этот вопрос, это его личная граница. Я пересекла эту личную границу, потому что она для меня таковой не является. Но я понимаю по его реакции, что я сделала не то. Так вот, вы тоже так можете делать. Такие вещи происходят. Запомните главное правило. Если человек вам не отвечает на эту тему, не надо задавать ему этот вопрос еще 24 раза, подразумевая, что он вас не услышал. Он вас прекрасно услышал, но у него есть причины, по которым он не хочет отвечать. Если мне начинают задавать один и тот же вопрос несколько раз, делая вид, что я, ну, как бы, почему я не отвечаю? Я же должна ответить вот Василисе, которая пишет в личку 25 раз, или даже моему близкому другу. Я с близким другом, у меня две позиции. Василису я просто заблокирую, потому что я не хочу с ней разговаривать, общаться, мне такие люди не интересны. С близким другом, с мамой, еще с кем-то, я говорю: дорогая Маша, это моя личная граница, это моя личная жизнь. Я тебя люблю и уважаю, но себя я люблю и уважаю больше. И я хочу тебе сказать так. Я прекрасно слышу, что ты говоришь. Я понимаю, что у тебя есть лучшие побуждения. Но тем не менее, я не хочу это обсуждать. Не готова и не буду. Нормальный человек реагирует нормально. У нас, например, в семье с мужем есть некие моменты, которые друг в друге нас... Ну, мы не понимаем, почему один... У одного есть такое, а у другого есть такое. Но в какой-то момент мы пытались друг другу помочь. Мы называем это помощью. Объяснить, почему не надо этого делать. Объяснить, как мы волнуемся друг за друга. Затем мы приняли с ним, что мы два взрослых человека. И у каждого из нас есть свои моменты. И мы принимаем их друг другу и не лезем с помощью друг другу до тех пор, если другой не попросит об этой помощи. Я ему говорю: милый, когда я пойму, что мне нужна в этом твоя помощь, я приду, и ты будешь первый, кому я об этом скажу. До этих пор закрывай на это глаза, делай вид, что ты этого не видишь, не слышишь, не знаешь. Мне так хорошо. Это мое. И это очень и очень правильный ход. Многие переживают за то, как не обидеть другого человека. Вот в этом ваша и проблема, я вам могу сказать. Я тоже это проходила. Проблема в том, что когда мы переживаем, как не обидеть, мы думаем о другом,
ставя себя в жертву, чувствуя себя при этом жертвой. Мы так боимся, как его не обидеть, как же его отставить в сторонку, при этом нагибая себя и ставив себя в неудобное положение. Я считаю так, что любящий человек, который искренне меня любит и обо мне заботится, он тоже должен меня понимать и принимать, и не лезть туда, куда я не хочу его пускать. Личные границы — это не только момент общения. Личные границы — это возможность, например, сказать: «Милый, мне нужно побыть одной». Я, например, частенько закрываюсь по вечерам в ванной, у меня огромная ванная комната, где у меня есть пуфы, диваны, ванны, все. И я сижу, слушаю музыку, читаю, пишу, неважно, втыкаю, мастурбирую. Это мое личное дело, что я там делаю. Для меня, например, ванная комната — это такое место. Сережа меня любит, например, вечерами прогуляться. Неважно. Вот он, я знаю, что он там, где он находится, но тем не менее, мы имеем право на то, что нам нужно, без объяснений для другого постоянных, почему мне это нужно. Потому что это мое личное пространство. Это нужно понимать и принимать. И любые наши оправдания, почему мы залазим кому-то и на кого-то, и почему мы так сильно чем-то интересуемся, это нонсенс. Теперь давайте все-таки вернемся немножко к социальным сетям, потому что это очень важный момент. Есть очень много классных, я не называю ни себя, ни кого-то блогерами. Мы люди, которые живут, которые что-то продают, свои услуги, и показывают, декламируют свою жизнь. Мы показываем, как мы живем, мы делимся чем-то, переживаниями, разным делимся, но не всем. Если я делюсь какими-то своими аспектами, которые считаю важно поделиться, это совсем не означает, что я готова поделиться своими, неважно, болезнями или тем, колю ли я в половые губы себе филлеры. У каждого человека есть своя какая-то история, в которой свое амплуа. Кто-то говорит только об этом, а кто-то о другом. И я очень вас прошу, понимайте эти вещи, потому что иногда это настолько неприятно и непонятно, зачем люди это делают. Ну, я не понимаю. Задавайте себе этот вопрос, чего я куда-то так активно лезу, ведь это же сразу же показывает наши какие-то проблемы. Я вам скажу, что, например, бывает такое, что я слежу за девчонкой, которая является, ну, условно, моей приятельницей. И я вдруг вижу, что у нее из кадра пропал ее мэн. Потом я начинаю читать какие-то посты, и по настроению я понимаю, что, скорее всего, они разошлись. Я вам скажу так, что, во-первых, я созреваю несколько месяцев, чтобы об этом написать ей. Во-вторых, я начинаю вот с такой петиции, и то я это делаю, когда человек мне очень, ну, он близок, я переживаю за него. И я ему пишу вот такую петицию в начале о том, что ты можешь мне не отвечать, прости ради бога, что я не туда сую свой нос, там тра-та-та, и всегда заканчиваю: можешь мне не отвечать, прости, если я не туда залезла. Я это делаю, потому что иногда у меня возникает такой момент, я понимаю, что я сейчас могу этому человеку помочь какой-то своей поддержкой. И если человек мне не отвечает на это, я никогда не буду там ему сувать ему в этот в лоб и говорить: ты слышишь меня? Ты правда? Ты услышала, что я сказала? У тебя все хорошо? Зачем? Для чего? Это очень-очень-очень важно осознавать. Мне кажется, что мы очень часто себя вот этими, не отстраивая этих личных границ, для себя самостоятельно и не понимая вообще, как они строятся, мы вообще не умеем строить отношения, потому что личные границы, которые мы не отстроили вообще в какой-то системе, мы не можем затем выстроить в семье со своими детьми. Давайте к детям примеры, да, вы можете задавать, кстати, вопросы. К детям. Например, приходит ко мне ребенок вечером, да, и говорит: мам, я хочу, чтобы ты там со мной что-то сделала. Или там мы целый день провели вместе, а мы приезжаем, и говорит: мы что, уж домой приехали? Я хочу еще где-то поиграть. Есть такой момент: блин, ну это же мой ребенок, например, это же выходной, он же хочет. Но есть я, мама, которая сейчас тоже что-то хочет.
И вот очень часто у женщины включается позиция жертвенности. Ну, у нормальной женщины. Есть такие женщины, которым вообще похер на детей, мы не рассматриваем. Позиция жертвенности, особенно если ты еще где-то работаешь, чем-то занимаешься. Мне нужно все ради моего ребенка. Я вот сейчас пойду, я не хочу это делать, но ради ребенка. Вот запомните, пожалуйста, чаще всего, когда мы соглашаемся на те условия, которые нам не нужны, и идем как бы по принципу того, чтобы пойти на поводу у ребенка, ну как бы быть хорошей мамой, мы становимся злой мамой, потому что мы начинаем злиться. У нас вот эта вот усталость, то, что нас заставили делать то, что мы не хотим, уходит в агрессию. Я это замечала на себе. Я начинаю срываться на детях, как-то неосознанно совершенно, но срываться на детях, тем самым как бы подчеркивая, что я не хотела этого делать, и вы меня заставили, ну, теперь берегитесь. Это очень плохая история. Гораздо хуже, чем сказать своему ребенку: малыш, я тебя очень люблю, но я тоже работаю. Вот ты работаешь, ты ходишь в школу, ты работаешь, ты ходишь на гимнастику, ты вот работаешь, у тебя бальные танцы сейчас у моей Евы. А я работаю, я тоже делаю свою работу. И я тоже человек, и я хочу, я сейчас устала, и не хочу этого делать. Я хочу просто полежать, я хочу побыть одна. Дай мне, пожалуйста, право, это я не стала тебя меньше любить. Это не означает, что мне на тебя наплевать. Нет. Это просто означает, что я тоже живой человек. Живой, мама. Мама — это же тоже не работа. Ты должна понимать, что мама — это не та, кто на тебя работает. Мы с тобой люди. Люди. Ты человек, и я человек. Я дала тебе жизнь, ты меня выбрала мамой, у нас классный с тобой тандем. Но я устала, и я хочу сейчас просто побыть сама. И надо это обязательно проговаривать. Потому что у меня были такие моменты, когда я включала такое чувство вины, мол, боже, мои дети меня просят, а я... И получается, что я там отрабатываю жену, потому что я там мужу не уделяла внимания, там я отрабатываю, значит, человека, который, как это называется, обслуживает других, да, там то свадьбы делаю, то там марафоны веду. Короче, я всех обрабатываю, отрабатываю, а где мои личные границы? Личные границы и в этом заключаются. Когда у меня есть то время, которое я провожу так, как я хочу, даже если это листание Инстаграма, или даже если это ковыряние в носу. Вот личное время, оно на то и личное. Вот эти личные границы. И я вам скажу, что личные границы гораздо легче установить самому, когда вы обсудили это со всеми в своей семье, когда для каждого это понятие знакомо, потому что каждому оно нравится. И тогда ваш ребенок говорит: мам, я сейчас хочу посмотреть телефон, я целый день тренировалась, это мои личные границы, я имею право делать то, что вот сейчас я хочу так расслабиться. Муж говорит: слушай, я хочу, не знаю, там, неважно, в баню, покурить, погулять, или посмотреть в игрушки поиграть, ну там разное, неважно. И он тоже говорит: у меня есть мои личные границы. Это не история про личные границы, которыми мы бьем друг друга по морде и говорим: а это мои личные границы, это мои личные границы, да, типа, нет, это не та история. Это история про понимание того, что у нас может быть это время, которое мы проводим так, как мы хотим, все по отдельности. Вот это очень-очень важный момент. Я сегодня записывала интервью, наверное, не я сегодня, я сегодня была приглашенным гостем, и у нас было даже, это не совсем интервью, у нас был диалог с психологом, психотерапевтом. И мы, я задала ему вопрос, я вам немножко это расскажу, я задала ему вопрос по поводу отдыха раздельного. Я знаю людей, которые отдыхают отдельно друг от друга, муж и жена. Ну, тоже можно сказать про личные границы. Я его спросила, я никогда так не отдыхала, я его спросила, вот как это вообще с точки зрения психологии? Вот это, ну как это? Вообще нужно ли спрашивать, например, вот ваш муж говорит так: я уехал там с друзьями в Египет. И ты такая думаешь: блядь, с проститутками какими-то уехал. Но потом думаешь: ну, в принципе, это его личные границы. Ну, может, он там... Вот что спрашивать? Ты там с проститутками или нет? Звонить ему или оставить его на неделю в покое? Что делать? И он мне задал такой встречный вопрос. Он мне сказал, что просто так ничего не делают. Должна быть мотивация. Почему уезжаешь? Потому что тебе хочется чего?
Тебе хочется от него отдохнуть, тебе хочется сходить налево, тебе чего хочется, должна быть понятная мотивация, потому что эта понятная мотивация, она всегда у нас есть. Мы ее скрываем, мы можем сказать, это мои личные границы, это же очень удобное понятие для людей, личные границы. Но тем не менее у нас должна быть какая-то мотивация, почему это с нами происходит. Вот поэтому задавайте себе обязательно этот вопрос, почему? Почему это с вами происходит и где здесь есть эти личные границы? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты-дынс, доставка пепсиколы. Так, у вас есть какие-то вопросы? Давайте я буду чуть-чуть по теме. Так, прячь. Наркотики принесли мне. Я видела вопрос, сейчас я посмотрю. Так, вот куда они делись? Я же их видела. Ага, можно вопрос, как сказать одному человеку, чтобы не лез в мою жизнь? Ну, я, по-моему, ответила вам на этот вопрос, но сказать достаточно просто. То есть вы просто говорите человеку, что послушай, я не знаю, кто он, послушай, дорогой мой человек, мама, папа, брат, муж, сват. А то, что мы с тобой живем под одной крышей, или то, что мы с тобой дружим, или то, что мы с тобой общаемся, или то, что я на тебя работаю, совершенно не означает, что ты теперь имеешь право распоряжаться моей жизнью, или то, что ты меня родил. Я самостоятельный взрослый человек. И тут, внимание, очень важно понимать, что вы самостоятельный взрослый человек. Потому что если вы это говорите маме, на чьи деньги вы живете, из которой вы находитесь в квартире, то, наверное, вы не самостоятельный и не взрослый. Я очень хорошо помню, у меня, я жила в Сочи вам, и какое-то время, достаточно, как-то так я припоминаю, продолжительное, мы жили с его родителями. Вообще, как я сейчас вспоминаю, какой-то ужас. А его папа был военным, и он был классным очень. Но он разговаривал примерно так. Я тебя родил, ты будешь делать то, что я тебе говорю. Все было бы очень заебисенько, но моему отчиму уже было за 40. Вот, и он это говорил частенько. Ну вот я помню, там какие-то были иностранные перетрубации, почему он у него жил, вообще я не знаю, я не помню. Но я очень хорошо это помню, что он его воспитывал, вот сколько дедушка жил, столько он его воспитывал. И это было для меня вот... Нет, это для меня тогда не было странным. Я вообще не понимала происходящего. Вот сейчас это для меня очень странно. Почему так происходит? Почему происходит так? Потому что вы позволяете. Чем быстрее вы отвалитесь от родительской сиськи, дома, денег и так далее, чем скорее вы вообще станете самостоятельной единицей, тем легче вам будет об этом сказать. Потому что когда вы полностью зависимы от другого партнера, чаще всего материально, это сделать очень сложно. Вам прежде всего. Хотя это не означает, что вы не можете этого сделать. Но пусть это будет для вас мотивацией вот в этом движении, в моменте. Вы же должны понимать, что когда я заявляю позицию личные границы, я подразумеваю, что я как самостоятельная единица что-то из себя представляю. И я понимаю, что я из себя представляю. Это тоже важно. Почему вот на рерайтере жизни, да, мы все время работаем не в контексте тех ситуаций, в которых мы оказались. Вот у меня такой муж, вот такое. Нет, мы работаем в позиции той, кем я хочу быть. Кем я хочу быть, как я хочу жить. И исходя из этой модели, уже идеально, когда вы ее себе прорисуете, начинать вести себя так, как будто бы вы уже являетесь этим человеком, выстраивать эту парадигму, что если я хочу быть таким, что мне надо сделать? Мне, значит, нужно больше зарабатывать, или мне вообще нужно зарабатывать, или мне нужно уйти, или мне нужно сменить партнера. И у вас уже начинается план, вы уже понимаете, кем вы хотите быть, потому что до тех пор, пока вы типа считаете себя жертвой предлагаемых обстоятельств, так случилось. Еще есть такая штука, что многие люди ожидают, что время пройдет и само все наладится. Так вот, разочарование. Ни хрена само не наладится, а время точно пройдет. Время — это точно то, что проходит, а налаживаться само ничего не будет. И деньги сами не приходят, вы тоже это должны понимать. Деньги — это вообще какая штука? Мертвая штука. Энергии в деньгах нету. Денежную энергию в деньги закладывает человек. Вот вы должны это понимать, что вы несете эту энергию. И если у вас, вы никакую энергию не несете в свое дело, в свою работу, в свои желания, то эти деньги ниоткуда не придут. Бумажки просто, ну, нет. Деньги вот сами по себе это бумажку, а энергию дает человек. Поэтому, когда вы ждете, что вот что-то случится, ни хера не происходит. Такой нежданчик. Так, сейчас перекручиваю ленточку.
Чем больше границ личных, тем больше усталость именно от человека, которому они применяются. Можно так сформулировать? Нет, это что-то не то. Личные границы – это то, что вам помогает, а не то, что вызывает усталость. Усталость вызывает борьба. Когда вы пытаетесь кому-то доказать, чтобы он к вам не лез. Не лезь ко мне, вот так вот вы говорите, и все время этого человека отталкиваете. В этом случае вы устаете. Личные границы – это то, что вас, знаете, вот в такие, выставляет вокруг вас классный заборчик, при котором вы сидите, я не знаю, там, кушаете вкуснятину, и знаете, что ни собачки, ни комары, ни гады к вам не прилезут. Вы типа, знаете, как в зоопарке, только за стеклом. Вот, в хорошем смысле этого слова. Личные границы, они для того, чтобы... Тут, видите, есть два момента. Есть личные границы, когда вы выставляете и говорите человеку, а есть то, что вы чувствуете еще при этом. Вот важно дойти до того, чтобы вы ощущали кайф, чтобы вы этим не жили, чтобы вас это настолько сильно не захватывало в контексте того, что вы живете и переживаете теперь. Вот я ему сказала, не лезь ко мне, да, не лезь ко мне, а сказала это маме, но я теперь спать не могу. Очень важно, чтобы вы внутренне тоже... для того, чтобы вы внутренне могли свободно к этому подойти, у вас должно быть понимание, почему это происходит, почему вы так себя ведете, почему вы готовы вот это спокойно все принимать. Вы знаете, например, я сегодня тоже, был интересная у меня очень встреча, я думаю, вы посмотрите это интервью, оно будет очень прикольным. И мы сегодня говорили очень много с психологом о моем прошлом, и раньше это прошлое вызывало во мне целую бурю эмоций, чувств, вообще всего. И сегодня он мне сказал такую фразу, что ты очень хвалишь других, что было вообще для меня фантастическим открытием. Что ты обо всех хорошо говоришь, вот все, кто здесь находится, говорит, ты успела всех похвалить и всем сказать хорошее. А себя не то, что ты как бы недооцениваешь, но ты типа сильно круче и глубже, чем ты о себе говоришь. Я думаю, вот это вообще нежданчик. Мне казалось, что я как раз, знаете, как тут нарцисс, вот, а оказывается, что нет. Но я ему говорю, понимаете, вот раньше я этим всем гордилась, там, как-то все это выставляла, а сейчас я просто это приняла как новую себя и считаю, это мой новый уровень нормы. Наверное, я молодец. Как-то вот настолько раскладывать это на слои Наполеона, наверное, нету. То есть потому что я уже это проработала внутренне. И когда я говорю человеку или блокирую его там, или говорю ему, пошел нахуй, я говорю, это абсолютно спокойно. Вот у меня нету по этому поводу каких-то переживаний, еще что-то, потому что я очень четко понимаю, он залез на мою территорию. А люди любят лезть на мою территорию, задавать мне самые неприличные вопросы, которые могут быть, а некоторые, возможно, приличные, но, тем не менее, я не хочу об этом говорить. Люди залазят мне во все части тела, и мне это не очень нравится, честно говоря, потому что все-таки я немножко в другом амплуа готовлюсь, общаюсь и так далее, вот, поэтому на всякий случай говорю. А некоторые позволяют, которые, например, я что-то не отвечаю, они позволяют мне писать там «расслабься», «да ладно», «да чего ты», вот, честно скажу, меня это подбешивает. И я сегодня тоже думала, почему это подбешивает. Это такие важные вопросы, которые вы себе должны задавать. Меня подбешивает, потому что я, в принципе, всегда мечтала о том, что когда-то я вырасту, не только в возрасте, а вообще, в принципе, вырасту как человек и смогу общаться с людьми не по принципу, кто общается со мной, а по принципу, с кем я хочу общаться. И вот в соцсетях мне очень нравится, что моя аудитория — это, в принципе, люди, вроде бы вы меня выбираете, но, тем не менее, вы мне очень приятны. И когда какая-то одна, там, два, три каких-то человека начинают общаться так, как бы я не хочу, чтобы было мое окружение, мне сразу хочется этих людей, условно отстрелить, не то что застрелить, со своего профиля сбросить. Потому что в любом случае сегодня, например, социальные сети, да, наше общение — это некий наш дом. То есть я считаю, что я сейчас сижу, вы пришли ко мне в гости, да, я вас всех очень рада видеть. До тех пор, пока кто-то не сел на ковер и не начал мне срать. У нас как принято? Это же гость, пусть насрет, конечно же. Ты типа, он же пришел, а то вдруг он обидится и уйдет. Вот если человек приходит к вам на ковер и начинает срать, и вы готовы типа его не обидеть, то окей, но я не готова. Я возьму лопату и как бы его удалю вместе с его говном. Я не знаю, может быть, я не права. Так, что делать, если твой начальник тобой манипулирует, нарушает границы, и есть возможность, что начнет портить жизнь на работе? Значит, я вам скажу такую штуку, что у начальников вообще есть такая фишка,
они вообще считают, я была начальником, я была точно таким же начальником. То есть это просто история, психология. Я считаю, что если человек у меня находится на работе, я плачу ему деньги, он мне принадлежит. И если я каким-то образом могу еще при этом, я старалась со своими сотрудниками не дружить. Не дружить в контексте того, не знать, чем они живут. Потому что как только я узнавала об их отношениях личных и так далее, мне сразу хотелось им дать совет. Естественно, из добрых побуждений. Или рассказать, это хорошо, это плохо, это то. Вот такие, блин, эти гады начальники. То есть есть момент того, что если я руковожу, твоя жизнь принадлежит мне. Могу оправдать так. Твоя жизнь, которую ты проводишь на работе, принадлежит мне. Но на самом деле вся жизнь принадлежит мне, твоя. Вот, вот такая история. Особенно ярко это проявляется, когда есть мужчина и женщина. Если женщина является руководителем, а я была руководителем, я подгибала всех мужиков, которые со мной работали. Причем с ними это было особенно красноречиво. Я не знаю, почему это было, но мне важно было знать. Это, кстати, знаете, никто из моих партнеров, с кем я работала близко, ну, никто не показывал никогда мне своих девушек. Никто не заикался никогда о том, что у них есть девушки. Не потому, что у меня с ними были романы, но почему-то никто этого не делал. Вот в чем-то такая, вот я сейчас, я первый раз об этом подумала, в чем-то была такая странная штука. Вот потому что почему-то они все понимали, что мне это сильно не понравится, потому что я хотела, чтобы они все принадлежали исключительно мне. Не спрашивайте. Надо было психологу сегодня задать этот вопрос. Так вот, руководитель, он всегда вот имеет вот это желание полностью тобой управлять. И если вы не расставите эти личные границы и не скажете: «Марфа Георгиевна, я ваш сотрудник, я ваш маркетолог, гинеколог или кто-то еще, но я люблю трахаться, я люблю срать, жрать, ругаться матом, и это никоим образом не должно вас касаться. С кем я делаю, что делаю и когда я делаю. Вы можете задавать мне вопросы по моей работе. Если вам нравится моя работа, суперово. Если вам не нравится моя работа, нам придется расстаться». Все, кто мне так говорил, все входили у меня в респект и уважуху. Потому что я понимала, что это люди с яйцами. Если человек ставил меня на место, я понимала, что это человек с яйцами, и он может работать самостоятельно, без моего контроля. До тех пор, пока я могла прижать своего сотрудника и заставить его делать все, что мне нужно, я это делала и давила до упора. Вот такая интересная штука. Поэтому обращайте на это внимание. Если вас давят, вы сами позволяете это делать. И вы хотите не конфликтовать, вы хотите быть хорошим. Еще раз, сотрудник с яйцами – самый ценный сотрудник. Запомните это. Все руководители мечтают о сотрудниках с яйцами. Потому что сотрудника с яйцами можно поставить face-to-face к клиенту и быть спокойным. Потому что такой сотрудник все разрулит. А сотрудник мямля никому не интересен. Это такой другой немножко типаж. Вот понимаете это. Боже, как это вкусно. Так, излюбленная тема некоторых родителей, родственников спрашивать у своих взрослых детей. Ну что, когда уже дети, уже хочется внуков? Безусловно, это самое жесткое нарушение границ. Значит, нужно посадить своих родителей. Я бы как сделала и сказала бы: дорогая моя мамочка, папочка, бабушка, дедушка, я выросла, у меня есть регулярный трах, не буду рассказывать вам в подробностях. Все замечательно, все прекрасно. С детками разберусь сама. Если вам сильно не вмоготу, я куплю вам кошечку и собачку. Выбирайте. Все. Поверьте мне, один разговор подобного рода расставит все точки по местам. Если вы, ваши близкие считают, что имеют право вас терроризировать, а это активнейший террор, вы имеете право сделать какой-то очень яркий движ для того, чтобы у них навсегда отпало это желание. Да, будет ахуй, может быть, будет обида и даже трехмесячное молчание. Поверьте, это будет вам во благо. Вы можете говорить в своей манере. Я вот разговариваю так обычно. Но тем не менее, жестко ставить на место необходимо. В противном случае вы превращаетесь в жертву террора. А террористы будут вас атаковать до тех пор, пока вы не дадите им отпор. Так, не совсем поняла про ответа про психолога, раздельный отдых мужчин и женщин. Это не норма? Нет. Он сказал, что... Нет, дело не в том, что норма. Дело в том, что задайте себе вопрос по мотивации.
То есть за этим всегда есть какая-то другая мотивация. Мы хотим отдохнуть раздельно, когда что? Когда мы устали друг от друга, когда мы хотим потрахаться с другими партнерами, когда мы что-то хотим. И чаще всего, не будем скрывать, это связано с новыми какими-то отношениями, новыми, может быть, не отношениями, но новыми эмоциями. Ну, давайте будем откровенны. Ну, точно не для того, чтобы посидеть и посмотреть на закат одному. С кока-колой всплакнуть и пописать стихи. Ну, может быть. Сергей говорит мне, что он пишет стихи. Так, как вовремя вы говорите о заборе, как в своем доме зашел, никто вообще никто не приблизится на 50 метров. Да, это правда. Подскажите психотерапевту, начинается. Так, как быть, если близкие знакомые клеймят тебя клеймом дружбы и тупо манипулируют тобой в своих интересах? Понять, что вы мямля. Прежде всего, то, что делают с вами другие, не имеет никакого значения. Вопрос, что вы позволяете другим это делать. Задайте себе вопрос. Почему я такая мямля и позволяю другим людям это со мной делать? Что со мной не так? Где это? Скорее всего, вы найдете истоки где-то у себя в детстве. Что-то повспоминаете, увидите. То есть вам нужно увидеть себя со стороны и понять, почему другие люди это позволяют. И самое главное, почему вы себе это позволяете. Когда вы, опять-таки, отставите вот эти границы и вслух произнесете, то есть запомните, личные границы, они вот так вот, face to face. Ты сажаешь человека и ему говоришь. Хочешь, пишешь, если сильно переживаешь. Это необходимо сделать. Если вы сделаете это один раз, вам сильно понравится, вы потом можете так отстроиться, что даже без друзей останетесь. Эти чисто включите на автоматик такой. Вот, но шучу. Но тем не менее, с нами делают то, что мы позволяем. Вот это вы должны осознавать. Вопрос никогда, никогда не в других людях. О, места для поцелуя. Никогда не в других людях. Вопрос всегда в вас. Запомните это. Так, уточняю. Начальник мужчина, мы переспали, он хочет продолжать, а я нет. Ну, это классное уточнение. Я бы вам посоветовала уволиться. Ну, вообще нужно понимать, что отношения на работе, они имеют как бы две темы. Типа, либо вы трахаетесь постоянно, либо вы трахнулись пару раз. Короче, когда вы перестали, вы расходитесь, потому что начнется травля на работе и прочие вещи. Это вот, так сказать, мой опыт. У меня не было такого опыта. Я нигде не работала, меня никто не брал на работу. Но тем не менее, скорее всего, это так. Я не знаю других выходов из ситуации. Вот это лучше рубить, потому что это дальше будет только усугубляться какой-то травлей. Сама виновата в каком-то смысле. Ну, вы просто, секс классный был, значит, хорошо. Так, вот как раз страх обидеть друга. Запомните, друг, он не обидится. Если человек позволяет вас себе, вас каким-то образом травить, вы должны ему это объяснить и сказать своему другу: слушай, друг, вот я тебе расскажу, что я чувствую, как вообще происходят разборки между двумя людьми. Если вы этого не знаете, я вам расскажу. Они происходят не так, типа, ты, блядь, придурок, меня не понимаешь. Ты не понимаешь, мне с тобой плохо. Ты не понимаешь, ты мне делаешь неприятно. Нет, мы говорим так, что я чувствую. Послушай, вот мы с тобой дружим, но знаешь, что я чувствую каждый раз, когда ты делаешь вот так, когда ты мне это говоришь, я себя чувствую полным дерьмом. Как друг, для меня это понятие такое странное. Почему я со своим другом себя чувствую полным дерьмом? Мне это не нравится, и у меня возникает желание перестать с тобой видеться. Я не могу тебя так считать другом. Человек говорит: правда? Послушай, я же никогда не думал. Нет, если бы я только знал, что ты так это воспринимаешь, я бы никогда этого не сделал. Вот это история двух друзей. Есть вторая история, когда он говорит: но я же, блин, я же за тебя волнуюсь, я считаю, что ты должен делать так. Это уже абьюзерство такое. Уже когда он заставляет вас, давит на вас. То есть он нашел себе предмет манипуляции. Поэтому будьте в этом откровенны, и вы сразу будете видеть. Вообще запомните, откровенность, она всегда все выворачивает очень быстро. Когда мы говорим про чувства, мы сразу видим реакцию второго человека. Готов ли он так открыться вам? Если он начинает защищаться, то, в принципе, вы со спокойной душой понимаете, что, ну, как бы, это не то, что вы думали. Это совсем не те отношения, которые вы считали. Поэтому не бойтесь этого делать. Это тоже момент личных границ ваших. Понимаете, если вы сами их не выстроите, если вы сами... Вот у нас в «Рерайтере жизни» есть такой пункт в книге «Личная конституция».
Очень интересная глава, которую мы пишем, в которой мы прописываем и прорабатываем то, разные ситуации жизненные, и в итоге решаем, как мы хотим, чтобы другие люди вели себя по отношению к нам, что мы допускаем, что нет, и что мы сами допускаем в отношении других людей. Вот это очень важный момент, когда вы заранее это решаете, что я буду делать, когда я попаду в такую-то ситуацию. Ведь мы с вами постоянно попадаем в какие-то ситуации, и они очень идентичны. Почему? Потому что человек, как правило, закольцован в какой-то своей модели поведения. То есть он закольцован, потому что действует неосознанно. Потому что каждый раз, вот знаете, это как вот у меня было там до моего замужества, у меня были какие-то отношения, и они все были по одной модели построены. Я не могла понять, почему каждую можно было прописать прям заранее, что будет. Потому что я себя вела одинаково. Когда мы действуем одинаково, мы не можем получить другой результат. Это важно понимать. И когда мы разбираемся в том, как мы действуем, мы в следующий раз, это как при приготовлении, да, ты думаешь, так, в прошлый раз я положила эту муку, не просто муку, а вот эту вот рисовую из вот этой банки, и вот это у меня склеилось, поэтому в этот раз я положу из другой банки. А когда вы просто готовите и берете какую-то муку, вы не разбираете, почему у вас это не подходит. Поэтому это важно для себя разбирать и важно для себя понимать. Вот, включать такую осознанность. Когда вы начинаете действовать по другой модели, вы начинаете видеть уже совсем другие результаты. Вот, и вот эти личные грани, их нужно понимать. Когда я, например, понимаю, что это со мной происходит, я думаю, так, а что ж так это происходит? Потому что другие люди делали так. Ага, значит, в следующий раз я прописываю себе личную конституцию, что в следующий раз, когда будет вот так, я буду действовать вот так. Например, у меня был момент, когда у меня все вокруг курили. Я была жертвой курильщиков, пассивным курильщиком. Знаете, все курили, причем мужчины были, которые прям курили мне в лицо. А я была малолеткой такой, наверное, потому что я типа не говорила, что мне это неприятно. Что мне неприятно находиться с мужиком, от которого воняет сигаретами. Мне неприятно находиться с мужиком там... Ну, короче, не буду про то. Когда так я делаю, мне говорят, такое ощущение, что у тебя просто было миллиард мужиков. Нет, просто примеры какие-то я такие привожу. Но когда ты говоришь однажды своему партнеру, слушай, а мне не нравится, что ты куришь, не кури, пожалуйста. Он говорит, я всегда курил. Ты говоришь, а теперь мне не нравится, не кури, пожалуйста, мне неприятно. Он говорит, прости, я буду курить. Ты говоришь, окей. И у тебя прописано, что если он будет курить, ты встаешь, уходишь и уезжаешь. Не обижаешься на него, ничего. Это не реакция по отношению «ты гад», это реакция по отношению «я себя люблю». И не хочу, мне неприятно, чтобы курили, я лучше уйду. Все. Понимаете, мы всегда привыкли реагировать на кого-то сразу же реакцией. Ты гандон, ты плохой, ты супе. Нет, если мне это не нравится, это означает, что не ты гандон, я себя люблю. Переиграйте это. И когда на вас кто-то наезжает, и кто-то вам пытается объяснить, вы себе знаете, нет, такое не позволяю. Я не позволяю, чтобы со мной так разговаривали. Я не позволяю, чтобы мне в лицо курили. Я не позволяю, чтобы меня заставляли оправдываться. Прости, пожалуйста. Если тебе надо, чтобы кто-то пооправдывался, то это не я. Я не та женщина. До свидания. Вот, когда вы это разбираете, вам сильно легче становится жить. Да, для других людей, когда это происходит впервые, они типа в ахуе, в легком. Что происходит? Почему ты так себя ведешь? Что случилось? Ты же всегда себя вел по-другому. Я себя полюбила. Прикинь, у меня случилась с собой любовь. Такое бывает. А потом люди привыкают. Что делать, когда я всегда ухожу, если чуть что мне не нравится? Что делать, когда Пепси тебе не туда пошла? Духи какие-то влетели в меня. Значит, смотрите, на самом деле, да, вы вот сейчас что-то там увидели, что вы всегда уходите. Тут, скорее всего, посмотреть, не выбрали ли вы себе модель жертвы. Потому что если вы всегда на все реагируете хреново, это тоже может быть ваша проблема, да? Когда люди уже как бы на вас не реагируют, потому что вы жертва. Они знают, это вы знаете, как ребенок, который плачет. Вот у меня Алиса, например, любит плакать. Что бы ни происходило, она обязательно где-то найдет повод поплакать. Куплю я ей новое платье, она будет плакать, что значит, ну, в общем, она все время, вот у нее есть такая мулька. Я уже поняла, что у нее идет сброс стресса таким образом, и до какого-то возраста это будет, скорее всего, происходить. У меня было тоже так. Но, тем не менее, я перестала, знаете, боже, почему мой ребенок плачет, что мне еще сделать? Нет, я уже на нее реагирую, я уже понимаю причину.
Вот многие люди могут уже знать, что вы все равно будете плакать, или вы все равно уйдете, или вы все равно что-то сделаете, и ваша задача поковыряться в себе и посмотреть, не превратились ли вы в какую-то жертву. В человека-жертву, который вот так реагирует, на что он так реагирует, зачем вы это делаете, чего вы добиваетесь этим. Задайте себе вопрос, зачем я это делаю, чего я хочу этим добиться, что я этим демонстрирую. Потому что не должна происходить такая история всегда. Ну, например, если мой мужчина не меняет модель поведения, он знает, что мне неприятно, все время продолжает курить, то я просто понимаю, что мы вместе-то не можем быть. Он мне все время курит морду, я все время ухожу. Так зачем нам быть вместе? Вот нужно понять. Так, при любом... про «люблю себя» нужно вспоминать почаще. Про «люблю себя» нужно не то, что вспоминать, нужно научиться с этим жить. Нужно, в принципе, выстраивать свою модель от этого. Про «люблю себя». Тогда будет сильно проще во всем. В вашем внешнем виде, в ваших отношениях с другими людьми, в вашем отношении на работе. Да? И поверьте мне, когда вы один раз скажете начальнику: «Слушай, ты, конечно, прости, уважаю, но тем не менее, ты сейчас пересекаешь мои личные границы, и это у меня неприемлемо. Поэтому либо я тебе подхожу как профессионал, либо у нас с тобой какой-то анал. Давай об этом поговорим». И поверьте мне, ваш начальник подохуеет, но опять-таки он вас зауважает и, может быть, даже повысит. Так, если я отстаиваю свою позицию, то я ухожу. Ну, еще раз говорю, вам нужно с собой поковыряться. Если вы постоянно что-то делаете, и люди постоянно никак на это не реагируют, это момент для разбора самого себя. Вот, тут я не могу вам сейчас сказать, если бы мы так сели, с вами поговорили. Но, тем не менее, что-то у вас происходит не так. Самое лучшее, вот у меня позиция все-таки такая ключевая. Самое лучшее — это начать с момента того, кто я и чего я хочу. Потому что когда мы начинаем выстраивать вот эту пирамиду с ответами на вопросы, кто я, чего я хочу, каких я хочу отношений, как я хочу жить, где я хочу жить, сколько я хочу зарабатывать, чем я хочу заниматься и так далее, мы выстраиваем некую такую картину своего идеального я, своей идеальной жизни и себя в этой пирамиде. И когда мы это видим, мы уже можем понимать отличия между вот этим идеальным я и между тем, где я есть. И мы можем понимать, на каком уровне у нас находятся наши проблемы, почему мы к нашему идеальному я не можем приступить. И вот именно разбор вот этих всех моментов позволяет вам без помощи психолога или кого-то еще самостоятельно увидеть, где находятся ваши пробелы, и, соответственно, начать над ними работать, понимая, каким образом устроен ваш мозг. Я сегодня не буду рассказывать вам, каким образом устроен ваш мозг, потому что для этого есть миллиард моих эфиров, я уже пыталась их посчитать, но поняла, что не досчитаюсь. Но, конечно же, я не могу не закончить этот эфир, не пригласив вас на свой марафон «Рерайтер жизни», суть которого достаточно простая. Помочь вам увидеть себя, познать себя, понять свои желания и набраться сил для того, чтобы перейти к позиции изменений и перемен. И момент личных границ здесь очень важен, потому что когда вы начинаете понимать, кто вы и чего вы хотите, поверьте, личные границы начинают отстраиваться автоматическим образом. То есть вы уже начинаете это понимать. Личные границы, еще раз, это не история про то, не трогайте меня, вот забор, никто ко мне не подходите. Это история про то, что я понимаю, чего я хочу от себя, я понимаю, чего я хочу от других людей, я понимаю, каким образом мне коммуницировать с этими людьми для того, чтобы мы могли достичь общих точек, но я являюсь самостоятельной единицей. И вот этот ответ на вопрос «кто я?», он, пожалуй, самый главный для нас в жизни. И я, именно когда нашла ответ на этот вопрос, смогла отстроить все остальное, потому что он является таким ключевым. Когда мы вот это находим, все остальное становится по полочкам. Там уже, знаете, только так: подтирать, вытирать, натирать, думать, смотреть. Но, тем не менее, все вот выстраивается так, как нужно. Какая стоимость курса? Сейчас стоимость курса $60. Вообще стоимость базовой версии $100, но со старта продаж, который начинается за месяц практически до начала, у нас 50% скидка, и затем она по мере ближе к дате она поднимается, эта цена. На данный момент, вот сейчас, когда я провожу этот эфир, стоимость я видела сегодня $60, я просто смотрела оплаты. Ссылка находится у меня всегда в профиле, вы можете присоединиться в любой момент. Сейчас у нас идет набор на ноябрьский поток, который стартует 1 ноября. Мы 7 месяцев подряд, вот сейчас ноябрь будет 8 поток, мы стартуем каждый месяц 1 ноября, и вы можете к нам присоединиться.
Что, если мои личные границы не соответствуют ближнему окружению? Я вам скажу так, меняетесь вы, меняется ваше окружение. Вот, вы должны это понимать. Поэтому, когда вы пытаетесь изменившееся удержать свое окружение старое, то идет несоответствие. Изменения происходят на всех уровнях, когда они начинают происходить. Это нужно понимать. Еще раз, хотите понимать, жду вас на рерайтере. Все, друзья, у нас заканчивается эфир. Спасибо вам огромное. Я вас попрошу сейчас хороших людей. Я беру оплату за свои эфиры в качестве комментариев, которые вы оставляете для того, чтобы другие люди знали, смотреть их или нет. Жду вас всегда на рерайтере жизни. Ссылочка у меня есть в профиле, так что присоединяйтесь. Все, всем спасибо, хорошего вечера.